завтра приехали. Новое место, новые эмоции. Людей вообще нет. Пока видим только лодки. Лодки, много лодок. И причем такие приличные лодочки. Тут тоже живут люди. Как-то же сюда заехал, живет в этом доме. Вот сетки, ага, ловят рыбу. Смотрите, какая красота. Суббота, не ловят рыбу, отдыхают, наверное, дрова. Ой, так пахнет дровами. А, красота. Хорватия большая, разная. Видите, какая узкая улица. Здесь какой-то ресторанчик. Так выглядит это. Ну, тут сдают тоже апартаменты. Наверное, летнее время. Тут, видите, можно приезжать. Здесь много рыбки. И оздоравливаться. О, здесь прям кафе, но все закрыто, не сезон, но миленько, очень миленько. Играет музыка, может даже и открыт. Нет, ремонт. Все, готовят к сезону. Какой остров красивый. Остров. Так, идем дальше. Огромная лодка деревянная. Смотрите, какие лодки. Такая тут площадь, вот такой прям курортный городочек. Гуляем по набережной Мутор. Вот такой тут интересный остров, так что для нас сегодня новое место открываем. Много очень молодых семей и очень много яхт. Честно говоря, не ожидала видеть такую красоту. Думала, центральная часть Хорватии. Мы отдалились от моря, ехали, как-то так поднимались на возвышенность. Я думала, что мы сейчас где-то окажемся в горах. А когда начали уже подниматься, такие виды красивые открывались. Очень много красивых свежих домов и яхт. И здесь действительно новое место. Так что покажем вам. Это Муртор. Муртор, центральная Далмация, находится за Шибеником и Водицей. На эту яхту как-то привлекла внимание, там матрос с какой-то барышней, так что сейчас рассмотрим поближе.
согрелась. Легко оделась, так вроде солнышко светит, но на острове свежо. Это марина огороженная, а здесь оливковая роща, детская площадка. Мы подошли ближе к площадке детской, как продумано. Видите, как зона пикника для родителей. Тут столики есть. Так что можно даже и перекусить. Такой воздух здесь шикарный. А здесь уже это Муртарское море. То есть это как залив. И здесь такая, видать, вода застаивается. Уже таким, знаете, морем пахнет. Садится солнышко. Прошлись вдоль поселка. Очень много гроз здесь. Домики разные. Старенький. Пристроечка. Здесь остановка, можно доехать до Водицы и до Шибеника. Есть расписание. Мурты. Можно доехать. Крайняя точка Шибеник. И остановки делает, видите, Птисна и Витина Джезера. Пока Муртар. Хороший курортный городочек. Думаю, что летом здесь будет оживленно. Вот мы здесь. Смотрите, вот здесь Муртар. Вот сейчас мы будем возвращаться сюда в Тесно и на материк. А до Карнати тут, видите, совсем рукой подать. Вот такой поселочек. Все, солнышко село и уже сразу темнеет. И сделали остановку в Тесно. Это на полпути до, ну, Водицы. Тоже такая набережная современная. Проезжали много кафе. Угу. Миленько. А проезжали мы, вот видите, на мостик соединяет. Вот так мы проехали от материка к острову. Не знаю, что это. Город Тесно, ну или поселок, отель Тесно. Светится. Прикольно. Здорово. Здорово. Что, покидаем и это место. Смотрите. Миленько, очень миленько. Тут прям деревья, как я люблю, в моем вкусе. Тут все, еще один мост и будем уже в городе.
Вот он светится. А здесь остановочка. Работает отель. Зимний период. С таким красивым видом на город. Темно, но город светится. Шебекинский мост.